Deo Lanus и Deo Sens, если не считать российской лады, бестселлеры украинского рынка. А с недавних пор Lanus уверенно продается и в России. Две из проданных в России машин приобрела редакция «Авторевью». И обе они были разбиты в лаборатории пассивной безопасности Дмитровского автополигона. Зачем нам понадобилось два Lanus'а, сейчас расскажем. Условия испытаний известны – 64 км в час и деформируемый барьер, который перекрывает передок автомобиля на 40% со стороны водителя. За рулем и на месте переднего пассажира нашпигованные точнейшими датчиками манекены. Между прочим, каждый из них стоит около 100 тысяч долларов. Разгонное устройство ускоряет автомобиль и... Первый эксперимент потерпел фиаско. Из-за непрочного крепления сцепного устройства с остальным тросом, вместо положенных 64 км в час, Lanus набрал лишь 12. Легкая авария, но повторно разбивать такую машину уже нельзя. Помните у Высоцкого? Расстреливай два раза, уставы не велят. Пришлось «Авторевью» раскошелиться еще почти на 9 тысяч долларов. Еще один Lanus. Точные приборы зафиксировали скорость – 64 км в час. Похоже, подушка безопасности раскрылась вовремя. А что показали датчики манекенов? Далеко не лучший, но и далеко не самый плохой результат в истории краш-тестов «Авторевью». Главный показатель, так называемый коэффициент вероятности повреждения головы, составил для водителя 772 единицы, а для пассажира и того меньше – 540. Напомним, что критическим значением этого коэффициента считается 1000 единиц. Порадовало, что, несмотря на смещение левой передней стойки на 3 сантиметра, водительская дверь открылась без особых усилий. Руль сместился в салон на 5 сантиметров, это тоже приемлемо. Но насторожило довольно большое усилие со стороны ремня на грудь водителя. А главное, большое, на 18 сантиметров, смещение в салон педали тормоза. Это чревато серьезными травмами ног. Но в сумме украинский Lanus по результатам фронтального краш-теста набрал 10,5 баллов из 16 возможных. Вполне достойный результат для относительно небольшого и недорогого автомобиля. Например, турецкий Renault Symbol в результате испытания «Авторевью» набрал 11 баллов. А собранный в российском Таганроге Hyundai Accent заработал 9,9 балла. И результаты краш-теста, и детальный осмотр разбитого автомобиля показали, что за качеством сварки кузовов на запорожском заводе следят как надо. Учитывая огромную популярность Lanus в Украине, а теперь в России, это, конечно же, радует, но не дает повода ездить сломя голову. Манекену-то можно поставить новую голову из набора запчастей, а человеку пока что, увы, нельзя.